Приветствую. С вами Пермер. Мы Гесайт. Пока что только Фермер. И это Stardew Valley. Не удивляйтесь, что музыка отсутствует. Это потому, что она уже кончилась. Кто знает, может быть... Она вновь начнется. Но что-то я в этом сомневаюсь. Ну а пока что... Как видите, я вновь запустил и все-таки смог. Как видите, установить для удачи. Престиж. И Д. Так. Угу. Ну, это мы потом. Когда мы, собственно говоря, очки престижа приобретем. А приобретаются, насколько я знаю, после того, как мы определенное количество уровней наберем. И же полностью. Кто знает? Я уже не помню. Ну, поезжай. Отчасти это так. Так. Надеюсь, никаких вейтов не будет, когда откроются механические. Это для дружбы. Минус один, насколько я вижу. Угу. Меня вот это немножко смущает. Но кто... О! Я на всякий случай... На всякий случай установил вот этот мод. Старый мод на готовку. Потому что вот новый, который я хочу попробовать, совсем другое. Надеюсь, если я ударю это, ну, если книга мне придет, и я смогу, собственно говоря, приступить к готовке, а не к кукингу, то я ударю этот мод. Но кто знает? В прошлый раз я ну как кстати
Итак, я немножко убрал всякое лишнее. Как видите, у меня было прохождение до этого. И я наиграл 327 часов с модами. Потом, ну, немножко, естественно, часов было без модов, кажется. Но это не важно. Если вдруг захотите посмотреть все моды, напишите в комментариях. Типа, покажи моды. То есть, не моды, а достижения. Достижения. Так. Все я что хотел, сказал. Перед тем, как мы, собственно говоря, начнем играть. Вроде бы все. Угу. Кстати, надо бы будет потом не забыть, собственно говоря, что месяц кончается на последнем дне календаря. Надеюсь, я не забуду. Посмотрим телевизор перед выходом. Козу 5. Наверное, канал. Давайте я буду озвучивать программы. Потому что это не особо долго. Предсказательница? Ах, я чувствую, что к нам присоединился новый зритель. Молодой человек из Дарины Стадию. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Духи сегодня очень рады. Они постараются, чтобы никто не ушел домой без целого мешка удачи. Кстати, мод на выносливость у меня не стоит. Так что восстанавливать выносливость только с помощью еды. Ну, пищи и съестного. Ну, все, что можно, как говорится, положить в рот. Как бы двусмысленно это ни звучало. Дорогие мои. И, как видите, я тоже русский перевод скачал до него. Добро пожаловать на Дорогие мои. Сегодня у нас для вас припасен очередной совет. Слушайте внимательно. Вот вам, новички, совет. Рубите деревья и собирайте дикие дары природы, чтобы заработать немного, пока зреет ваш первый урожай. Отчасти это очень полезный совет для тех, кто только начинает. Поскольку многое нужно будет именно
вначале собирать. Это важно. Потому что... Так, давайте установим на 300 секунд. И давайте почитаем, что нам пришло. Привет, фермер. Мое имя и Лоиза, и мой отец, и я живем по соседству, кажется. Ну, и рядом. И что это можно... Ну, недалеко вместе называемым Ист Скарп. К сожалению, я не помню это перевода на русский. Ну, Ист. Тоже не помню. Я знаю, Вест — это Запад. А вот не помню. Именно сейчас. Так. Так. Там есть пляж, кто-то там, я не помню, что это пункт. И очень много всяких ягод. О, ягод. Мой отец что-то там, а ты фермер? А, ветеринар. Во. Наверное, сокращенное что-то там на английском ветеринар. Так что я подумал, что вы двое можете быть друзьями. Я надеюсь, мы тоже сможем стать друзьями тоже. Отличный перевод от меня. Ты должен посмотреть как-нибудь на округу. Ну и пойти как-нибудь сюда. Можно так перевести вот это. Но это не дословный перевод. Но ни в школе ни. Потому что я, собственно говоря, в школе вместе с другими. Надеюсь увидеть тебя, точнее, надеюсь скоро тебя увижу. И Лоиза. И все? Да, новых писем нет. И это... Ага, во, из скарт.
Вот эта область. Почему вот тут что-то исчезло? Я помню. Как непривычно. Что ферма все-таки отображается более-менее. Верно. Так. Ну, двигать нельзя. Так. Ну, давайте я немножечко покажу ферму. Вот сюда можно сбрасывать всякое. Я, естественно, не все сейчас вырубаю. Так. Точнее, не все расчищу, поскольку надо бы торопиться и все такое прочее. В этой серии я, естественно, не все покажу, поскольку ферма достаточно большая. Так, вот здесь у меня будет первый урожай. Я чуть позже расчищу. Я потом позалипаю календарь и посмотрю, какой день лучше записать. Ну, скорее всего, следующий. Еще запишу. И воскресенье, скорее всего. Дерево будущее срубил. И да, я знаю, что с помощью мода можно типа сделать так, чтобы если что, читерских модов, ну, надеюсь, они те, которые я установил, не считаются читерскими. Угу. Чуть позже уберу. Так. Так. Плюс еще несколько семян. Возможно, посажу. Кто знает? Так. Так, осторожно. Возможно, это семя. Мост из этой версии исчез.
Секундочку. Зная себя и сколько я, как я могу очень долго заипать. Ого. Мы еще не знаем о музее. Но, ладно, вы, наш артефакт, руководитель музея, захочет об этом узнать. Статуя курицы. Так. А чё это? Я этого не помню. Ну ладно. Так. Я, естественно, проверял это, сколько я уже записал. Поэтому так. Упс.
Не путай трение, а тьфу, скорее всего, трение. Еще бы он не рад. Да уж, это неожиданно. Ну, мы посмотрим.
Вот так я ощущу, пожалуй. И это тоже уберу. Нужно обязательно на сундук насобирать древесины. Это я тоже на всякий случай уберу. Так. И вот уже. Начну, пожалуй, отсюда. Так. Два, три, четыре, пять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Текс. Ха. Я уверен, что часть энергии я восстановлю, естественно. Так. Я найду чем. О, отлично. И как раз таки. Так. Волокна я не буду, потому что Тейкс. Забавно у него рожится, когда он поевает. Так, ну что ж. Ну а пока что на этом все. А. Нужно потом будет в настройках, где это, где это.
Если что, я ищу, где тут про отношения. Нет, не это. Наверное, только в главном меню можно. Скорее всего, только в главном меню. А сколько там на ящик? Ага, как всегда, 50. Если что, инвентарь можно улучшать с помощью определенной вещи. Мы это осмотрим в следующей части этой серии по знакомству с городом Пекан. Так что ссылки будут в описании. Подписывайтесь и ставьте лайки. Если тоже, можете часами зависать в Stardew Valley, прям как я. Всем пока!